О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли! Здесь сегодня мы с вами сделаем первый взгляд на игру Red Faction Guerrilla Remastered. Red Faction очень известная серия, я проходил и играл в первую часть. В остальные части я не играл, и, к сожалению, Red Faction Guerrilla тоже я не проходил и даже не играл. Но, поскольку это ремастер, надо обязательно его заценить и посмотреть. Начинаем новую игру. Средняя сложность, мне этого будет достаточно. В названии выделено Remastered, выделено слово Марс, то есть все, видимо, дело у нас будет проходить на Марсе. Сама серия Red Faction, она знаменита тем и уникальна для своих времен, особенно первая часть была тем, что здесь почти разрушаемое окружение все. Это было невиданная инновация. Инженер. Это я, да? Работы, класс С. Ага. Явите в сектор Паркер. Конечно. Слушаюсь и повинуюсь, господин. Вот и наш главный герой. Хороша поездочка. Да, с ветерком. Как мама? Озвучка круть. Она по тебе скучает. За братанова. Лысый. В чем интересная завязка будет, я не знаю. Прости, мне не удалось приехать на папины похороны. Трудно пришлось. Ясно. Отец ничего. Коньки отбросил. Никто и не ожидал, что ты кинешься домой через полсистемы. Опа-на! Вот уже начинается. Это что еще за черт? СОС. Им принадлежат дороги, да и все прочее. СОС. Так что забудь о пропаганде. Свободного Марса больше нет. Ох ты! Неужели в последние дни перемерло недостаточно народу? Красная бригада. Живем на военном положении. Концлагеря, пытки, расстрельные команды. А людям надо во что-то верить. А мы за какой лагерь играем сейчас? За этих же чмырей, которые всех остальных валят? Вот так все и обстоит. Теперь ты в курсе. Вот так все и устроено. Прошла пара недель до того, как ты... А вот и наше первое оружие. Молоточек! Ой, чую, что-то недоброе. Кто это? Ты чё, ты ушел в магазин на 10 минут, а тебя полдня дома не было? Дети не кормлены! Путин сидит такой. Пошел ты! Со своим футболом! Я где-то уже видел. Сомневаюсь. Как я и говорил, чем быстрее мы приступим к работе, тем скорее нам заплатят. Так что давай. Может быть, как-то связано со второй частью. Я не знаю. Я не играл в вторую часть. Загрузка. Паркер. В руках у нас... То ли труба, то ли молоток, похоже, какой-то. Кувалда. Специально для того, чтобы мы могли расфигачить все к чертям. Место, о котором я тебе рассказывал. В свое время тут проводили исследования, пока мародеры не перебили всех ученых. Ого. Мародеры? Поверь, а что ты удивляешься? Тебе захотелось наткнуться на них после наступления темноты. Зато здесь можно отыскать полезный хлам. Я тут копать собираюсь, а не мусор стаскивать. Так ты копатель онлайн? Братец, на Марсе мусор на вес золота. Кувалды и заряды с собой. Вот и ладушки, поглядим, что ты умеешь. Ах ты, вон в небе. Блин, кто, мародеры? Летун СОС. Вот не думал, не гадал, что сегодня они объявятся. Так, я смотрю за летуном, а ты иди и клам собирай. А почему здесь мусор так важен? Так, у нас есть оружие. Вау! Нифига себе, он навернулся. Вот бесхозный. О-о-о! Металлолом добывается путем разрушения построек. Забирайте металлолом, обменивайте на улучшение. Круто. Конечно, давай, фигач. Мы берем это металлолом, мы берем его, нет? Он автоматически поднимает его. Хо-хо-хо! Класс. Я помню, когда первую часть играл, прям фишка была такая. Враг у тебя за стенкой, стенку разбиваешь, простреливаешь просто. Удар кувалдой, ударить, нажмите кнопки, правая и левая кнопка. Два раза. О, вообще, ты смотри. Фига, он какой сильный. Ладно, я не буду судить по нему сгоряча, потому что он вроде как бы... Ну, с виду-то обычный мужичок. Да ты посмотри, какой он вообще гигант мысли. Надо нам вообще это разбивать? Это хлам, не хлам? Это вообще приравнивается к хламу. Чтобы взять меню смены оружия, нажмите Q, чтобы выбрать последнее используемое оружие. Быстро нажмите Q. Ну, кое-то у нас понятно. Заряды дистанционные у нас есть. Но пока что нам хватает молоточка. Нифига себе. Вот я...
Не завидую тем врагам, которые попадут мне на пути. Если уж он стены так разбивает. Возьми свои заряды с дистанционным взрывателем и снеси ту большую постройку, что справа. Где? Сейчас ты можешь установить два где, заряда, где, 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 а потом где? Их подорвать. Где постройка? Помни, ты можешь брать в руки другое оружие и все равно использовать детонатор. Ладно. Если у тебя кончатся заряды, возвращайся, я дам тебе еще. Я не понял, какую мне нужную постройку. Вот эту большую постройку справа, вот это? Да поди она. Другой здесь нет. Да бегу, бегу! Дэн, какого дьявола тут творится? Кто эта девушка? Алик, ты и сам знаешь, что происходит. В красной бригаде пригодился бы парень вроде тебя. Ну что это он намекает? Это зачем? Чем вы, ребята, вообще занимаетесь? Всем, чем придется. Или нам не эту надо было взорвать? Я не террорист. Думаешь, я террорист? Земляне разоряют наши города. Взрывается, нет? Как нам взорвать? Ты и так поссорил меня. Как взорвать? Я просто хочу честно трудиться. Лаборатория, вышка, ну вот она, вышка. За это мы и боремся. Если прекратим сопротивляться... Я не знаю, как взрывать, на какую кнопку. Хватит уже. Сам увидишь, как я... Скажи мне, как взрывать, балбес! Так, это не... О, на колесо. Ну чё? Блин, недостаточно. Пойдем к нему обратно. Чёрт, или у меня ещё есть заряды? А, телевышка! Ультор уничтожена. Интересно, если на меня бы эта штука упала. Я бы сдох? Клап, у меня еще заряды есть. Давай. Заряжаем. Пам! Давай еще! Эй, я что, все не могу, что ли? Пам! Лабораторию тоже надо расфигачить. О, это мне нравится, ребят. Я не помню подобных игр, где можно было бы так вот прямо... Прямо так вот уничтожать окружение. Ну, конечно, они есть, просто я не помню. Так что в этом смысле, конечно, Red Faction уникальная довольно-таки игра. Ну, естественно, эти заряды мы можем уже использовать на людях, поди. Да! Есть, готово! Какой? Я вообще быстро действовал. Вернуться к Дэну. Побежали. Денчик, я иду к тебе. Ну, он стоит там такой вообще. Руки марать не хочет. Пылью дышать. Приветственный комитет открыт достижением. По-моему, кто-то там прилетел. Нам надо спрятаться. От кого или чего? Летун прилетел. Давай в него заряд кинем, да и все, и взорвем чертям собачьим. А за что? За что? За что? Алик, беги! Беги! Какой беги? Давай сражаться! Меня тоже... Ну, как, его как бы расстреляли, но у него пулевых ранений-то нет никаких. Он просто в обморок от страха упал. Переволновался мужик. Ну все, сейчас кровная месть будет за брата. Да? Бери свой молоток. Yeah! Red Faction! Силы обороны Земли изменили облик Марса. Они терраформировали планету, и мы можем дышать. Они построили базы КПП, наблюдательные вышки. Но чего это стоило? Скоро наши защитники превратятся в оккупантов. А теперь они убили моего брата. Нет. Дэн сказал, что они все заберут. По-моему, уже и так все забрали. Блин, я им не завидую. Вы что, ребята, молота боитесь? Бросай его немедленно, умник. В него бросай! Блин. Эй, какое вы имеете право? Ваш брат Даниэл Мейсон? Да, он... Что-то качество озвучки, да, какое-то стрёмное? Содержимое конфисковано силами обороны Земли. Вы арестованы. За что? Не валяйте дурака, Рудокоп. Вы из красной бригады. Да вы посмотрите. Я только что сюда прибыл. Быстро вы работаете. Мы нашли у вас в вещах эти детонаторы. Я горный инженер. У меня есть разрешение. Оно аннулировано. О, нифига себе. Убить его. Не вздумайте, гады. Сейчас тетка за мной приедет.
Тетка, спаси меня! Женщина всегда спасает главного героя. Растоптать, ублюдка! Не надо! Не вздумай! Ну точно какой-то, какая там, смотри, шапокляк стреляет. В шляпке. Эй, берегись! Блин, это мужик был. Слушай, дайте нам пострелять. Я зачем? Я хочу играть. Почему я должен смотреть-то сидеть? С начала игры я должен сидеть смотреть. Бам! Это Путин, который сидел там. Они будут ловить вас везде. Отсюда до снежных шапок. Он сказал, что я из Красной бригады. Так это или нет, Мейсон, но теперь вы в ней. Ох ты, так значит, тетка, ты была из Красной бригады. Что, у него глаза подведенные, да, по-моему? Ну что, давай. Дайте мне уже управление в мои руки. Мейсон, ох, привет. Самания. Все время я работала с твоим братом. Я так и понял. Везет же тебе. Я знаю, что много на себя беру, но тебе придется нам поверить. Такая челка какая-то у него отделенная, да, от прически. Смотрите. Потому что других вариантов у тебя особо как будто просто прилепились, да. Тебе вот это. Полевое руководство, которое поможет тебе выжить в пустыне. Ладно, давай. Справочник партизана, хорошо, обучающий видеоматериал. Мы их не будем смотреть. Ну ладно. Начнем с самых основ. Хорошо. В отличие от СОС. Мы не можем Металлом и улучшение. Ясно. Разберемся, если захотим. Может, во время почитать справочник партизана, нажмите Escape. Ладно. Кого бить-то здесь? Ну-ка, скажи. Ну-ка, его ударить могу? Ты даже не обижаешься, что ли? Тетка, еще какие они здесь терпеливые. Обалдеть. Генералишка какой-то. Так, ладно, пошли сюда. Нам явно вот к этому Цезарю нужно. Перед вами таблица улучшений для вооружения, которое можно приобретать. У меня нет оружия никакого. Загрузка, максимум дистанции заряда, больше. Ладно, это нас пока не интересует. Так, что делаем? Что делаем? Мы побежали с тобой, наверное. А вон туда пошли, на значок. На значок кулака. Новое задание. В каждом секторе есть задание, которое нужно выполнять для освобождения этих земель. Кроме того, выполнение заданий дает вам металлолом. Жизнь за металлолом. Вот сюда нужно прибежать, смотри. Бам! Я готов сражаться. Это наша прежняя база для проведения операции. Ясно. Нам пришлось уйти до того, как ее нашли силы обороны Земли. Теперь силы обороны Земли, СОЗ. Вы, как я знаю, освоили работу подрывника. Конечно. Можно, у вас получится... Я готов, давай, нам просто взорвать все надо. Первая часть была от первого лица, насколько я помню. Лучше красный, чем мертвый, написано. На вашей карте показаны цель задания и другие представляющие интересы объекты. Чтобы добраться до покинутой базы, следуйте к навигационному маяку. Хорошо. Без проблем, побежали. Дэвис, Хьюго Дэвис. Так как вы сюда затесались? Добывающие компании нашли большие залежи руды... Побежали, побежали. Нам приказали уходить, оставить нашу землю, наши дома. Когда мы отказались, прикатили силы обороны земли. Да не перед... Это наши? Это же наши, да? Это хорошие. Бить меня не будут. Выживших в других колониях. Нас стало больше. Вскоре после этого к нам присоединился ваш брат. Я могу убегать. Это было из вечной проблемы, Дэна. Не мог убежать от боя. Интересно, если бесконечно? Были такими, как он, тогда бы у нас была возможность победить. Мне кажется, надо было запрыгнуть на машину и все. Ладно, это вроде все... Наши все. Подвезешь, брателла? Ой, я мог сесть. Я реально мог сесть туда. Ладно, побежали. Лучше красный, чем мертвый. Лучше бежать. Как это? Лучше медленно ехать, чем быстро идти. Да мы и так добежим. У него стамина бесконечная. Нормально. Ребят, вот кто играл в обычную часть? Red Faction. Guerrilla. Напишите в комментариях, что изменилось. Вот прям сильно ли... А что, ты куда-то пробежал, да, по-моему? Я так увлекся. За машиной. Сильно ли изменилось? Потому что мне нечем сравнить. Я же не играл в оригинал. Ну так видно, конечно, что это ремастер. Видно, что это не современная, скажем так, игра. Вот ящик. Делайте все, что нужно, только снесите ее. Да без проблем. Дистанционные заряды перекрепляются между доступными видами оружия. Нажимайте. Ну это понятно.
Это понятно, это все понятно, конечно. Готов! Что, просто разбиваем нафиг? Да, конечно, без проблем вообще. Бэчки с боеприпасами. Чем выше боевой дух. Понятно. Так, и у нас все, у нас по два. Бам! Да без проблем, я сейчас вообще быстро закончу. Бам! В меня попало! Черт, у меня чуть здоровье здесь кончать. Чем выше уровень трех, тем больше выражения по отношению к вам ведут себя солдат СОС, чтобы снизить уровень тревоги до зеленого, скрывайтесь от СОС. Учтите, что вы не сможете сохранить игру, когда у вас оранжевый или красный уровень тревоги. Зашибок вообще. Ну ладно. Не, да не церемонимся, ребят. Просто взрываем нафиг и все. Бам! Че еще нам надо разбивать здесь? Эй, сколько мне еще нужно? 14% осталось. Да идите нафиг! У меня оружия-то нет. У меня только молот! О, тихо, металлолом. Так, надо скрываться, да, сказали? Надо скрываться. Побежали, скрываемся. Вы же меня не видели, меня здесь нету, идите нафиг. А-а-а, они сюда бегут! А, вот, у меня есть. Сволочи! Сволочи! Смотри, что творит, а! Сдохни, гад! Какой уходить, я еще не закончил. Взрывай нафиг базу. Бам! 5% осталось всего лишь. 1% базы. Эй, стой. Цель завершена. Все, беги. Сволочь, держи, на! Падла. Куда бежим-то? Бежим, короче, сюда. Да, конечно, молотом фигачить всех и все. Делов-то. Че там, перезаряжаться, что-то еще делать. Херакс, и все, и нету его. Нормально. Нельзя мандражировать, понимаешь? Они ждут, что я сейчас буду. Испугаюсь, убегу, поджав хвост. Но этого не будет. Никогда! Тихо, в машину садись. Вот и все. О, ничего, машина вообще на черепаху какую-то похожа. Вау! Ты кто там стреляет в меня? Крысы. Ой, это наши. Иди нафиг. Я поехал отсюда. А все, они меня здесь типа не трогают, да? Со мной, кстати, тоже все отлично. Ну класс. Они меня здесь не трогают. Да, конечно. У вас с ним одинаковое понимание легких дел. Да ладно, первое задание у нас выполнено. Нормально сыграли. Вы че? Не убили же, да и уже хорошо. Жить можно. Едем дальше. Попытку или действия без риска. Ваш брат это понимал. Мейсон, вы же видели, на что способны эти... Да видел, я готов продолжать. Мы должны наносить ответные удары и нуждаемся в вашей помощи. Да без проблем. В вашем справочнике партизана появились новые сведения. Справочник партизана, открываем. Справочник, какой новый? Вот, сварочный аппарат. Ну-ка, этот аппарат хорош для поражения врагов на близком расстоянии. Он выпускает электрический импульс, который может перепрыгнуть на несколько целей, обездвиживая в конечном итоге, убивая их. Кроме того, ДДУА проникает в транспорт, что значительно упрощает нападение на конвой. О, ништяк. Ну ладно, этот сварочный аппарат мне нравится. Прочитал. Дальше что делаем? Следующее задание. Быстрей. Быстро дай мне быстрее следующее задание. Я хочу продолжать. Я чувствую силу. Что делаем? Побежали вон туда, там какие-то значки есть. Цели для разрушения постройки отмечаются красным цветом, их разрушение приводит к падению уровня контроля, созданного над сектором постройки значками, больше влияет на уровень. Красные значки. У нас только фиолетовые какие-то есть. Давай попробуем их разбить. Вот это постройка. Погоди. Вот это какая-то фигня. Что это такое? Это постройка? СОС? Это металлолом. Это месторождение руды. Зарабатывать земельный участок. Разрушение месторождения руды даст нам много металлолома. Разбивай, конечно. Не знаю, до какого состояния, конечно, разбивать надо. Мне кажется, я уже разбил. Куда идти дальше-то? Так, еще одна какая-то у нас здесь. Месторождение руды вон еще наверху. Не знаю, буду ли я этим пользоваться, но давайте разобьем. Лишнее не будет, ведь так? Есть. Готово. Что делаем дальше?
Есть у нас тачки. Карту мы можем. Можем как-то карту открыть? Куда бежать? Я не понял, куда бежать на самом деле. А, вон красные. Так, ты враг? Это враг? Красные? Или не враг? Ты кто? Ты хороший? Гад. Держи, собака! Учитель Батрак, созданный Райдеринг. Да, ну что-то легко, легко это получилось. О, тихо, тихо, братцы. Братцы, тихо, тихо. Да что ж такое-то? Проще бомбу, у меня, кстати, кончились заряды. Слушай, а где у меня винтовка? А вот винтовка. Что делаем, что делаем, что делаем? Ох ты, они по мне стреляют. Я что-то не совсем понимаю, что мне делать-то? Где задание? На какой маркер бежать? Или гада того уничтожить? Ко мне примкнул партизан, взял оружие и примкнул к красной бригаде. Ха-ха-ха. Слушай, ну надо, значит, это, надо показывать класс, и тогда они будут примыкать ко мне. Давай с молотом, я как Тор буду. Запрыгивай наверх. Да запрыгни ты уже. Меня ничто не остановит. Где ты, гад? Иди сюда. Ну куда спрыгнул или что? Куда делся, гаденыш? Бам! Бам! Все хреначить, все разбивать. Вот еще какой-то ящик, тоже фигачил. Партизаны! Берите оружие в руки! Будем сражаться с гадами! Да. Оу! Я выжил? Эй, скажи, что я выжил. Нет, я умер! Каким образом? Черт, я сильно увлекся. Thieves will be shot on the site. Воры будут сразу же пристрелены на месте, написано. Значит, какая эта штука, видимо, взрывалась. Я думал, я бессмертный. Оказалось, что не совсем. В случае смерти возродитесь в ближайшем засуну. Убежище, ваша смерть скажется на боевом духе. Соратник, если вы умираете слишком часто, попробуйте уменьшить уровень сложности. Да ладно, мы не успеем слишком много. Мы не успеем слишком часто умереть. Пойдем, наверное, какой-нибудь апгрейд сделаем. А, сварочный аппарат, может быть, можно будет. Ну-ка, пусти. А, вот сюда-то и надо было идти, наверное. Так, максимум. Вот, сварочный аппарат берем. Сколько он? 50. А у меня сколько? 154. А, он 300 стоит. Ничего себе. У меня столько нет. Ладно, тетя, мы с тобой должны разговаривать? Не должны. Ну-ка, пропустите меня. Пропустили, сказать. Ну-ка, пропустили. Черт, я свою базу разбиваю. Пойдем красные зоны, значит, разбивать. Надо красные зоны разбивать. 18 у меня еще осталось. Давай в трубу. Вылетел в трубу. Есть. Так, пойдем. Красная зона у нас вот здесь была. Пойдем расфигачим. Или я ее разбил уже? Мне надо еще больше металлолома. Так, ладно, это наши. Да, я ее разбил, смотри. Ништяк. Да кто ты стреляет там? Ох ты гадина, ну-ка все, я иду за тобой. Ты? Враг! Враг обнаружен! Кто ты? Подожди, ох ты! Ах ты ж сволочь ты такая! Присоседился, бей, гада! Вставай, 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 вставай! Ладно, я что-то режим терминатора какого-то включил. Нет, так не надо делать, надо как-то поосторожнее быть, что ли. Не всегда еще понимаю, откуда стреляют. Здесь все так сливается. Марс, все дела. Они-то еще в камуфляже в таком. Ладно, сейчас мы будем более осторожно играть. Правильно? Да? Должны. Тем более, это будет сказываться на боевом духе наших соратников. Они подумают, что-то этот парень слишком часто умирает. Если будет тачка, я ее взрываю. Да? Договорились? Я ее просто тупо взрываю и все. Без суда и следствия. Так, гад вон стоит какой-то. Ну, пойдем к нему с молоточком. Ну, собаки, держитесь! Сволочи! Запрыгивай. Блин. Черт. Давай. А! Хреначик! Бей, гада! Черт!
Да, наверное, здесь так не надо делать. Ладно, все, хорошо, я не буду. Я просто хотел эпично все завершить. Давайте будем, давайте прям осторожненько сейчас постреляем из винтовочки, постреляем бомбочку им кинем. Вот так вот будем сейчас действовать. Они как-то там респавнятся. И что это у меня за какая-то мания всех добить там? Сколько у меня, кстати, денег-то осталось? Так, ладно, все, спокойно играем. Значит, бомбочка в руках. Бомбочка в руках, если что. Винтовочка. Постреляли. Подожди, винтовочка? Винтовочка, это у нас на троечку выбирается. Это бить. Угу. Это на двоечку бомбочка. Так, бомбочку кидаем. Бам! Гаденыш, держи! Держи, тебе подарок судьбы! Бам! Минус машина. Еще живой там? Бам! Не знаю, попадаю, не попадаю. Я вот что-то не хочу им, знаешь. Я прыгаю сюда. Я прыгаю, я сказал. Все, готов. Еще один гаденыш. Есть. Отлично. Отлично. Что-то должны мы еще здесь разбивать? Или все? Так, это уже... Ох ты! Вот это я зря делаю. Короче, зря я разбиваю какие-то баллоны, потому что они взрываются. И я получаю урон. Это не есть хорошо. Вот трубы, допустим. Трубы не должны взрываться. Они ж пустые. Разбивай. Тачку тоже разбиваем. А, ты мне предлагаешь сесть в нее? Я сначала ее поразбивал, потом я в нее сел. Ничего, ладно, поехали еще. Вау! Еду, еду. Поведение профессиональной операции повышает боевой дух. Ладно. Э! Браток! Чё творишь? Сейчас, погоди. Иди сюда! Иди сюда, сказал! Где они там? 12 зарядов у меня осталось. О, промахнулся. Бам! Так, у нас есть какая-то вот здесь еще красная хрень, которую на... Нет, подожди, надо бежать туда. А ты наш, что ли? А я что вас тут взрываю-то зачем? Побежали, вон на значок сбегаем. Тихо, не кричи. Да все будет хорошо. Я здесь, ребята, не переживайте. Чё кричите? Кого избивать надо? Да хватит орать. Мне надо как-то проникнуть куда-то там дальше. Что-то бегают. Они вообще, они очень пугаются. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Смотри-ка, прям прячется, а. Смотри-ка, какие. Прыгай, 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 прыгай. Да прыгни ты! Черт. Я застрял. А-а-а! Так, нам вот сюда. Че вырло? Здорово! Бам! Падет. Главное, на рожон не лезть. Тогда мы сможем их постепенно уничтожить. Так, а куда мне идти? А что-то вообще далеко получается. Здесь 100% нужна какая-то крюк-кошка. Чтобы можно было, если что, цепляться. Потому что поверхность такая неоднородная. А, ну вот, мы куда-то сюда подходим. Так. Вражеские силы видны какие-нибудь? Вон какой чувак ходит с пистолетом. Это же наши. И что, я, получается, победил? Что? Что происходит? Ладно, побежали вон на кулак. Желтый кулачок где-то вон там. Пролезешь здесь? Да, мне надо как-то туда пробраться.
Здесь предлагаешь пойти? Нет, ты сюда же не заберешься. Стой, надо как... Да, блин, да разбиваем, да и все. Во! Завершение задания дает нам награды. Это завершение заданий? Мы получили извещение. А, это еще одно задание. Высокопоставленный офицер СОС решил дезертировать. Понятно. Надо просто его уничтожить, походу. Встреть Сэм. Что там такое? Сэма встреть. Командир думает, что ты шагаешь прямиком в ловушку. Это он перестраховывается. С тех пор, как твой брат... Подожди, кажется, я что-то слышала. Проклятье, СОС. Сплошные СОСы сейчас у нас здесь везде будут. Меня здесь прижали. Конечно. Да ладно, не мандражируй, сейчас спасу я тебя. Не вижу, где они. Где? Где она стреляет? Где они? Ты кто? На него прямо! Прямо на него бомбу! Наверное, не очень приятно тебе было. Так, это кто, Сэм бегает? Эй, не кричите! Вы мне сбиваете весь боевой настрой. Так, я иду. Кого убить? Все так быстро, что ли? Спасибо. Да пожалуйста. Конечно. Челку мне отдашь свою. СОС пришлют подкрепление. Ты будешь шуточки шутить или все-таки приготовишься к встрече? Что делать? Что делать? Следовать за Сэм. Надо следовать за Сэм. Побежали. До места... О, вот это мне нужно, знаешь. Должны подъехать прямо под этот мост. Забирай. Бачки, я с дистанционного заряда. Ну, это я взял. Нормально все. Все готово у меня. Они наверняка примутся обыскивать здание, в котором на меня напали. И что ты предлагаешь? Скоро подойдет патруль. Я готов. Они меня высматривают. А, вот сюда надо бежать. Землянами лучше сражаться возле зданий. На открытой местности СОС нас сомнут. Хорошо. О, понял. Так, один. Два. Все, готово. Где спрячемся? Побежали куда-то сюда сейчас спрячемся. Это наши, нормально. Прикольно, что мы можем саботировать тут. Вот эти ящики, эти бочки, которые взрываются. Постой, оно написано, что он сюда приедет. Они сюда подъедут? Там было показано, что там мост какой-то непонятный. Мне кажется, надо под мостом. 10 секунд. Все, нормально. Сейчас спрячемся. Куда-нибудь надо. Вот сюда спрячемся. Нет, не сюда. Плохая затея. Ладно, вот сюда. Я что-то просто не могу найти. Я на позиции или где я? Где я? Что я? Да просто дождаться, пока они будут проезжать под мостом. Это грузовики? Нифига. Это были не грузовики. Взрываем. Отлично. Бам, тебе еще. Давай еще. Бум-бум! Да нормально. Стреляй по гадам! Ах ты засранец, смотри, как прячется. А что ты не будешь стрелять? О, ты на бегу не умеешь, что ли, стрелять? Кто там еще? А, вон он ты еще тут спрятался, челик. Держи бомбу! Класс! Такое задание у нас. Несложное задание, но и несложный уровень сложности средний. Поэтому, может быть, поэтому так достаточно легко все дается. Если здесь вот прям... Слишком не лезть в пекло. Если уровень контроля над союзным сектором снизится до нуля, то сектор будет освобожден. И мы получим следующее здание. Ну и вот наши красные здания, которые надо расфигачить, я так полагаю. Вот, допустим, вот эти вот. Уходи! Беги отсюда! Беги, тетка! Она вообще такая невозмутимая. Посадится прямо. Слушай, ну разрушение вообще козырное, согласитесь. Ну прям вообще. Глаз радуется.
Собственность СОС уничтожена. Еще что-то здесь, по-моему, были какие-то красные здания. Вот это она. Что, разбиваем ее? Разбиваем, а что нет-то? Он не взрывается что-то особо. А, вот еще колонна. Бросай. Бам! Так вот мы и подбираем здесь металлоломчик. Нормально, вполне себе нормально. Фармимся мы таким образом. Ну чё, круто? Круто. Типа открытый мир, но все равно задания даются в соответствии с твоим прохождением. Это безусловно, даже вон патроны у нас полный боекомплект. Можно играть дальше, можно проходить ее полностью. Если, конечно, вы хотите, у вас есть сильное желание, то пишите об этом в комментариях по количеству лайков, пальцев вверх, комментариев, насколько интересна та или иная серия, я сужу. Подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем видосе. Может быть, это будет Red Faction, а может быть, что-то другое. С вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте. И покедова. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.